Всем привет, ребят. Вернулся и начал писать вам видосики. Записал вам видосики по данному герою. Говорил, что хочу потестировать его на подземках. И сейчас мы это сделаем. Вот такой вот у нас будет составчик. Такой вот герой собран на урон. Хранитель, Купидончик, Тековка, Друид и Ворожей. Вот такой вот состав бафера. Мы сейчас потестим, посмотрим, что этот герой вообще может. Так. Сейчас я возьму магию. И мы затестим эту имбу. Так, вроде все, поехали. Давайте начнем. Ну, в принципе, я вам уже показывал его на этой подземочке. Кто не видел, сейчас еще раз покажу. Единственное, что, конечно, он бьет юнитов. То есть изначально он, как видите, в основном юнитов бьет, и дальше уже начинает дамажить по героям. Ну, частично. Сейчас будем смотреть, сколько он по месам выдает. Вот, интересно. 3 ляма, ребят, без бафов. Как вам? Да, он с порочным пактом собранный, но это реально кайфовый урон. Сколько? Если мне не показалось, вы уже на повторе посмотрите, по дракону, по-моему, 7 пролетела. Или может 700, не знаю. Показалось, наверное. 2,8. По месте там столько влетело. Ну, в общем, вам будет это виднее. 5 вылетают, 5 лямов. Ну, как видите, по дафу у него, конечно же, проблемы. Все, слился. Ну, неплохо. Окей. Такой вариант мы разобрали. Теперь давайте поехали. Что, начнем с кошмарки? Давайте с 5. С 5. Я вот 5 прошел уже на US-ке. Все, никак вам видосы не закину. Вот давайте вот так вот попробуем. Стартуем с тыковки. Ускорение. Не знаю, там череп, наверное, сейчас нас ушатает. Но посмотрите на этот урон. У меня тут, посмотрите, как он героя выносит. Жесть, короче. Интересно. Надо будет потестить с Валькой. Я не знаю, кулдаун есть или нету. Сейчас гляну, может, что-то о нем обновилось. По поводу, не знаю, нету ничего по поводу кулдауна, вроде срабатывает все время. Так, давайте сразу 6. Да, вы скажете, у тебя там герой на максималке, но посмотрите на этого именно героя. Вот давайте где-то его здесь выбросим одного сейчас пока. Интереса. Посмотрите на это. Сейчас кину ворожея. Но это реально жесть. Кто-то писал, типа, не до Анубис. Да, это не до Анубис, но мне он больше нравится, чем Анубис, честно говоря, даже. Вот ему отхил немножко даете. Просто кайф. Ну, сейчас тыковка даст разгон. В общем, такой вот герой, ребят. Для подземок, думаю, вполне очень годный будет. За неимением Анубиса, то реально будет кайф побегать с ним. Так, окей.
Поехали дальше. Что там у нас 6-10? Давайте попробуем. Конечно, тут у меня танчить вариант хранителем. Ну, попробуем такой вариант. Ну, посмотрите, как он героя красиво выносит. Сейчас тыковку, наверное, конечно, убьют у нас. Нет, тыковка жива. Посмотрите на этого героя, ребят. Что он делает? Это просто жесть. Действительно кайфовый герой. Ну, тут понятно, мы сольемся на этих. Но это атакующий вариант, в принципе, для подземок. Именно то. Так, окей, поехали. Сразу же на седьмую. Давайте вот сейчас реально всю седьмую попробуем пройти, начиная с 7-1, там на 2 звезды, не знаю, насколько у нас получится. Ай-яй-яй-яй. Немножко я не то сделал. Как обычно, магию прошляпил. Ну, смотрим. Героев выносят с плюшки, в принципе. Так. Сейчас мы более аккуратно все сделаем. Попробуем сейчас танчить не с тыковки, а именно с него. Такс, у меня от стана нету. Ставим слона. Так, поехали. Ой, блин. Давно я на подземке не бегал. Так, 7-1, да? Не буду отдалять, потом отдалю. Давайте так. Раз, два, три. Мы даже не спешим, скажем так, по этому. Сейчас посмотрим. Конечно, единственный минус, знаете какой? Он не будет так шатать, как Анубис, сливать этих мелких. Но посмотрите, что тут делается. Он остался вместе с малышом, ой, говорю с малышом, с ворожаем только что, и в принципе почти всех вынес. Это единственный минус, у него цели не столько, как у Анубиса. Но как вариант мы можем отсюда убрать друида. У кого поставить такого? Махатма нет. Ну тут против малышей, конечно, вариантов особо нет. Ладно, давайте попробуем все-таки таким составом также побегать. Вот это интересно, или есть возможность им именно пройти. Даже отсюда начну. Раз, два. Так, у нас там кто-то не резнулся. А другие дома не резнули. Ну, то такое. Мне больше интересно, или можно пройти. Пока нет. Не хватает мне. Наверное, сейчас уберем друида, просто поставим кого-то дамагера сюда вместе с ним. Против малышей, как видите, надо все-таки более массовые. Заклинательницу можно было бы. Неохота. Ну, давайте Афинку поставим. Ну, как видите, до малышей ников, до седьмой. Отлично все было у нас. Сейчас дальше посмотрим. Вроде успел хранителя слить. Да, есть. Отлично. 85%.
принципе, как видите, с Афиной, конечно, совсем дело по-другому пошло. Поехали дальше. Сама суть, что у нас тут, ладно, Афина тоже дамагер, Афина плюс он. Только он бьет по всей карте, Афина бьет вблизи. Так, тут у нас юниты, ой, говорю юниты, тут у нас, по-моему, тотемы. Или это нет, по-моему, это с тотемами. Уже, честно говоря, не помню. Ну, стартуем вот так вот. Так, на нас там молчанку наложили. Поимели нас, грубо говоря. Окей. Вот видите, у него не так уж и много целей. Вот это вот единственное. Но для PvP локации это будет реально самое то. Все равно у нас больше там, чем 9 героев нет. Так, окей, давайте юнитов. Все-таки как-никак седьмая подземка надо. Да, вот. Раз, два, стартуем. Можно оттягивать щит. Ну, посмотрите, как на разгоне просто выносит. Вот нравится мне он. 100%. 7-2 пройдено. Есть от него пользу, согласитесь. Тут вам писали, херня. Как раз таки не херня, офигенный герой. Просто офигенный. Так, раз, два. Стартуем. Успел, вроде успел. Вот посмотрите, они вдвоем сейчас практически. Ну тут ронины помешали. Малышиники, конечно, делают погоду, но ничего не поделаешь. Поехали еще разок. Конечно, там подземки, где юниты, там все-таки не покатит он, потому что он будет юнитов бить. Там придется брать хотя бы заклинательницу. А, тут же у нас эти тотемы. Вот я туплю. Так, раз, два. Выпустили. ТКВК у нас, к сожалению, а что это было? Фига себе. Это как так? Что я не понял. Не увидел. На то там напоролись, что ли? Сделаем даже вот так вот и начнем. Конечно, я тут времени немерено потерял, но думаю, 50%, посмотрите. Просто отлично. И он до сих пор, этот герой, жив еще. Хоть нас там сейчас сольют, да, но мы не пройдем на 100. Но 92%, ребят. Такс, поехали дальше. Семь четыре. Так, ну тут у нас все кучно стоять. Тут, конечно, я опять же тотема не обезвредил, как обычно, нуб. Но думаю, мне тут надо массового какого-то брать. Но посмотрите, что делают. Просто жесть. 47%. Чуть-чуть нам не хватило, совсем чуть-чуть. Героев выжигают адски, конечно. Вместе там заклинательницы или
Анубисом, думаю, проблемы никакой не будет. Возьмем немножко юнитов. Опять я страдаю этой же фигней, ну ладно. Попытка не пытка. Не, к сожалению. Жесть, конечно. Блин, ну круто, круто смотрится герой. Немножко, конечно, печально то, что... Тут одержимого надо брать, наверное. Не наверное, а точно для этой, либо Деда Мороза. Не надо тут столько бафферов, ну ладно. Трешуем дальше. Так, нам надо, друг, немножко золота у тебя стырить. Как бы нам это сделать? Не, так мы не стырим. Надо было не оттуда немножко нападать. Та-та-та-та-та. Так, окей, пробуем. Раз, два, три. Выпускаем всех, усиление. Тут, конечно, надо, чтобы мы удачно зашли заходик. Не знаю, 47% было. 40, ну, 50 есть. Посмотрите, сейчас даже на изи можем затащить. Не, не затащим. Ну, выбьет он или нет, как думаете? Посмотрите на урон. 2 миллиона, ребят. 2 миллиона урон был. Все. Вот вам герой. Реально офигенный герой. Поехали дальше. Так, ну тут я, конечно, не знаю, но попробуем. Тут юнитов очень много. Вряд ли мы тут что-то сможем сейчас сделать, но попробуем. Нет, тут не вариант. Уже тут, к сожалению, хотя он еще и держится, но... Тут, как видите, много героев. Попробуем сейчас вместо сейчас нафармим золото вместо Афины поставим заклинательницу. Она, по-моему, у меня здесь вкачана или нет, не помню, сейчас глянем. А Закла у меня здесь не вкачана, что ли? Или я ее пропустил, или она здесь... Да, она у меня здесь не вкачана, к сожалению. Давайте Бигфута поставим. Как вариант, хотя он, в принципе... Башка, не то. Тут нужен массовый герой. С Анубисом, я думаю, мы пройдем, смысла никакого нет. Так, ну у меня тут гарнизон не вкачанный. Ладно, давайте попробуем Бира.
Если нет, пропустим, потому что на эту подземку тут нету смысла Анубиса брать, в принципе. Я и так с ним пройду. Там уже потестим на других, там, где у меня больше героев есть. Прокачанных. Так. Вроде все, поехали еще разок попробуем. Ну, там, где юниты, там однозначно герой будет не особо такой полезный. Кстати, можно было попозже бега, но тут не видите. Здесь, конечно, все хорошо, но... Да ладно, ну удивите. Ну, если поиграться, я вам скажу, можно попробовать. Но, как видите, 27%. Надо чем-то юнита выбивать. Это единственное. Можно, конечно, попробовать Заку. Давайте Заку попробуем взять. Вместо Бигфута. Хоть она и мелкая у нас, но как вариант. Все равно дух будет бить. А, у нее просветы даже не вкачаны. Ладно, такую попробую. Раз, два. Выпустили. Хранителя успели или не успели? Вроде успели. Ну вот, посмотрите. Как вам, ребят? Да, мы сейчас на Анубисах тут сольемся. Или не сольемся? 47. Ну, ворожей. Ай-яй-яй-яй-яй. 47%, ребят. Один ворожей остался. Я думаю, поехали дальше. Пару заходов, я не буду просто затягивать вам видосы, можно пройти даже таким вот составом. Видите, если юнитов нету, все отлично просто. Вот это, ребят, герой. Вот это мне он нравится. Так, 4, 5, 6. То же самое практически поехали. Раз, два, три, заморозка, усиление, смотрим. Не, тут нас сейчас просто ушатают. Тут малышейников некому убивать, к сожалению. Попробуем сейчас забежать сверху еще разок. Но я не хочу долго задерживаться, мне интересно дальше пойти посмотреть. Там 7-9, например. Так, еще разок пробуем. Так, смотрим. Ну, видите, малышей ников. Вот, наконец-то только убили, но у нас уже все героев слили, к сожалению. Ну, вариант пройти есть, как видите, Анубисы, в принципе, остаются. Так. Поехали дальше. Если позадрачиваться, можно будет, думаю, без проблем пройти. Тем более, вариантов очень много разных есть. Герой того стоит, подземок однозначно. 3, 4, 5, 6, 7, смотрим. Ну, тут легенькая. Брали тотем. Раз, два, три, четыре. Заморозка. Посмотрите, как офигенно он работает. Просто песня. Ну и дальше посливали. 40%, конечно, мы добежали. Ну, я думаю, тут
тоже не проблема эту подземку пройти. Давайте дальше. Самое интересное это 7.9. Помучиться еще и посмотреть 7.10. Так, убираем это обратно. Ставим сюда обратно Афину. Поехали. Не буду я... А, подождите, 7.8, там тоже интересная подземка. Потестировать надо. Не знаю, там, где много героев, конечно, будет проблемно немножко. Тут лучше, конечно, одержимого брать с собой. Но, как видите... Много героев, тут я не буду даже оправдывать героя, но он не потащит столько героев. Давайте 7.9 еще посмотрим. И 7.10 попробуем. Ну, если помучиться, конечно, что-нибудь получится, но это надо будет очень-очень много попыток потратить. Сама суть. Герой годный. Так, раз, два, три. Поехали. Тут я, конечно, тоже не знаю. Тут не вариант, потому что тут очень много героев. 33%. Такое себе. Ну, убить можно, но Анубисы, опять же, их надо убивать сразу. Под вопросом. Ну и, наверное, как и 7.10 под вопросом будет. Скажете, ну ты херней страдаешь. Да, ребят, я люблю потестировать такое. Так, раз, два... Поехали. Три. Тут много героев, я не знаю, даже заклинательница, если бы была прокачана, думаю, налегке. Ну так, как видите, та же самая опера. Хотя, в принципе, неплохо. Забежали, конечно, малышаника не убили, он нас слил. Вариант есть, можно бегать, пробовать. Разгон есть, все есть. Надо, конечно, удача очень хорошая. В общем, ребят, такой вот герой. Он офигенный и очень будет универсальный. Я вам покажу еще в других локациях. Посмотрим, что и как. В общем, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Кто досмотрел видос. Всем удачи, всем пока.